Здравствуйте, дорогие мои друзья, подписчики, гости моего канала. Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Приветствую вас. И в сегодняшнем видео хочу с вами просто поговорить, устроить такую болталку. Конечно, хотелось бы выйти в прямой эфир, чтобы мне задавались какие-то вопросы, чтобы я смогла отвечать. А так получается игра в одни ворота. Но я надеюсь, что в скором будущем, может, я и выйду в прямой эфир. А пока сегодня вот хочу поговорить с вами, ну, обо всем помаленьку. Сейчас я нахожусь на работе, вот такая у нас тут обстановка, как говорится, не домашняя, ну, ничего страшного. Работаю я на метеостанции, вот сегодня я пришла в ночную смену, хотела днем записать видео, но что-то прокрутилось туда-сюда, и у меня не получилось. Решила взять вот все, чем я хочу поделиться сегодня с вами, с собой на работу, и вот снимаю видео. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, вот начался Новый год, у нас уже почти январь подходит к концу, сегодня 25 число, и вот у меня какая-то, со мной что-то происходит непонятное. То есть вот за этот месяц практически я ничего не связала, такое существенное. Как вы знаете, я вяжу игрушки, одежду на игрушек. Последнее видео, которое я выпускала, там мы заканчивали вязать одежду на хрюшку. Вот, и то это я снимала до Нового года, а видео монтировала и уже сделала в Новом году, вот в этом. Вот, и что? Сейчас все, ну, все не все, но молодежь, наверное, вся сидит в Инстаграме. Ну, я тоже решила зайти в Инстаграм, я там уже есть, но... Как всегда, просто у меня там что-то я выкладывала, какие-то фотографии, ну, как бы даже не сильно я туда не вникала, что это за зверь такой Инстаграм. Случайно наткнулась, у девочки одной, значит, была ссылочка на марафон. Марафон, думаю, интересно, что это такое, бесплатный марафон, 5 дней будет идти. Ну, ладно, давайте, думаю, тоже хочу принять участие. А марафон посвящен был именно Инстаграму, то есть как заводить там вот этот, как он, не канал называется, профиль, вот как там правильно оформить, как там что делать, как фотографии загружать, там надо все в одном стиле, там столько всяких разных заморочек, но это я потом узнала, сначала-то я же не знала, вот, ну, думаю, ладно, надо... как говорится, изучать, раз сейчас все Инстаграм, везде все говорят в Инстаграме. Я только заходила, смотрела какие-то там прямые эфиры, кто-то там была подписана там на многих людей, на таких же рукодельниц, они там показывают, рассказывают, как вяжут, там просто фотографии выставляют. Вот, ну, мне тоже захотелось. Но 5 дней, это, в принципе, немного. И вот эти 5 дней, значит, по 3 часа в день проходили прямые эфиры, на которых, ну, там девочки, каждый свое рассказывал, вот, ну, интересно, конечно, мне это все понравилось, у меня прям в голове такое все, думаю, ну, надо все это начать делать, ну, то есть там тоже, значит, игрушки, вот, как продажа осуществляется, ну, там много различных таких ценных моментов я узнала, вот. Ну и, значит, закончила я этот видеомарафон, не видеомарафон, марафон просто, марафон по Инстаграму. Ну, там были задания, конечно, какие-то, то есть надо было все это посмотреть, все это изучить, все это вникнуть, свою, допустим, свой профиль там поменять. Понятное дело, у меня, как говорится, может, не так сделано было, как надо, хотя мне этот профиль, у меня там два профиля, один личный, а второй у меня там вязаные малышки. Вот, я ссылочку дам в этом видео, можете зайти посмотреть. Но я сразу говорю, что там у меня все так на низком уровне.
по сравнению с другими девочками, которые уже давно сидят в этом марафоне, ой, не в марафоне, а в Инстаграме, и занимаются, когда плотно там они занимаются, все, они там правильно все красиво делают, у них, конечно, странички эти красивые. Вот, ну, зайдите, посмотрите хотя бы. Может, у кого-то тоже есть Инстаграм, может быть, кто-то и подпишется на меня. Вот, но все равно я хочу все-таки я, как сказать, освоить его, пусть не на 100%, но хотя бы там процентов на 70-80. Вот. И что я хочу сказать, когда я начала вот все это смотреть, слушать, все, у меня в голове что-то помутилось. Я, можно сказать, потерялась. Вот потерялась, я выбилась из колеи. Я думаю, мне надо бы вот, ну, вязать что-то, например, или там видео на YouTube выкладывать. Я ничего не могу, у меня в голову ничего не идет. Вот у меня этот Инстаграм, я в этом сижу целыми днями. Ну, не целыми днями, конечно, в свободное время. Все, я спать ложусь, я тоже все это смотрю. Ночью, если мне не спится, я просыпаюсь, тоже, значит, все это смотрю, что-то там. Ну, затягивает, на самом деле все это затягивает, вот, и ну вот, и в итоге я, короче, у меня этот месяц прошел без вязальных моментов, вот, но вы досмотрите мое видео до конца, и в конце видео я все равно вам покажу, что маленько я связала, я вам покажу, что я вязала, вот, ну, что еще хочу сказать. Вот сейчас, например, вот этот марафон закончился. Теперь я подписалась на другой марафон. Марафон по оформлению фотографий. Ну, тоже интересно, тоже мне очень нравится. Девочки там тоже все специалисты, профессионалы своего дела. Они показывают, как обрабатывать фотографию. Ну, вот уже прошло, наверное, сколько? По-моему, уже третье задание дали. Ну, я первое задание сделала, второе еще не делала. Там первое задание было, допустим, ну, они прям предлагают фотографию, предлагают, которую нужно обрабатывать. Ну, если вы не хотите эту фотографию обрабатывать, можете там свою любую какую-то. Вот, ну, здесь, значит, две фотографии. Вот на первом уроке было одна фотография просто лицо, а на второй фотографии девушка стоит такая, ну, полненькая, в купальнике. Вот, и нужно, значит, из полненькой девочки сделать стройненькую, длинноногую красавицу, а лицо, значит, ну, там тоже красиво все, там прыщики все, вот это все убрать, какой-то тон лица там изменить, а прическу, значит, там сделать попышнее, вот, ну, интересно, конечно, все это очень интересно затягивает, тем более я, как сказать, когда я еще была маленькая, у меня отец очень любил фотографировать, то есть он фотографировал, у него был фотоаппарат ФЭД, помню, ФЭД, не знаю, сколько там, ну, ФЭД хороший тогда, в те времена это хороший был фотоаппарат. Вот, у нас эти всякие проявители, закрепители были, это все, значит, вечером он закрывал все окна, шторы там, шторами двери все закрывал, сидел там, что-то проявлял, закреплял, мне это было очень интересно, и я, ну, тоже увлеклась этим, и по сей день, в принципе, меня это увлекает, вот это именно фотография. Вот, какие-то там видеомонтажи, фотомонтажи какие-то делать. Раньше был фотоаппарат у меня смена, помню. Вот, и на этом фотоаппарате у меня очень-очень много снимков, конечно. Тогда это закрепитель-проявитель, где-то недопроявлю, где-то недозакреплю, они потом желтеть начинают. Ну, то есть вот такая вот система. Вот, и потом мыльницы появились, вот этой мыльницы, тогда уже интереснее было, тогда уже можно было, то есть нафотографируешь сколько там, это куда-то мы там отправляли, помню, пленку, значит, нам проявят, фотографии мы там все это закажем, вот, потом уже появились вот такие фотоаппараты, не фотоаппараты, а, ну да, фотоаппараты, были, в которых уже можно было, там флешка вставлялась, то есть и карта памяти, это уже можно было там на компьютер, на ноутбук уже все это скидывать, вот, ну вот, и в итоге сейчас уже различные там вот эти вот смартфоны, телефоны, планшеты, все с этими, с камерами, с хорошими, вот, ну, короче, все это развивается, система эта,
Вот. Ну и, значит, что я хочу сказать. Вот это первый урок был, значит, вот это сделать. Второй урок, ну вот я его еще и говорю, не сделала. Там, значит, тоже прилагаются фотографии, значит, или какие-то лишние какие-то там моменты убрать. Ну, допустим, вот там такая композиция, какие-то коробочки стоят, цветочки, там что-то еще. Ну, то есть вот там, например, апельсинка лежит. Вот эту апельсинку убрать, то есть как бы она лишняя, да? Вот, это убрать, значит, предмет. А на другой фотографии надо было, наоборот, добавить какой-то предмет, то есть там вот другую баночку какую-то там поставили, ну и тоже на самом деле смотришь, как будто бы она здесь всегда и стояла. То есть не похоже, что она просто ее добавили, да, на эту композицию. А вот, ну, видать, много различных вот таких моментов, которых на самом деле, ну, когда не вникаешь в это и не знаешь, но мне это интересно. Я вот увлеклась, вот и сейчас вот смотрю эти марафоны опять и сижу, тренируюсь на этих фотографиях, что-то там делать, изображать. Вот, потом, и вот сейчас третий момент, третий урок, но я его, честно говоря, еще не смотрела, не знаю, что они там еще предлагают сделать. Вот. Ну, так как раз я вижу эти куклы, да все, мы же тоже фотографируем их, да, и надо вот на первом марафоне, когда я проходила, там тоже девочка была, фотограф, она рассказывала, как, оказывается, надо, мы, оказывается, неправильно фотографируем, вот, ну, тоже много различных моментов там было, значит, вот. Вот и я с этим, с Инстаграмом, у меня все в голове перевернулось так вот с ног на голову у меня. И толком ничем не занимаюсь и не вижу. Но сейчас у меня еще грядет, так сказать, мой небольшой юбилей. Вот, и до этого дня, наверное, я вот сейчас это видео выпущу. И потом буду готовиться к своему дню рождения, к юбилею, ну, как готовиться, там, к дому порядок надо навести, потому что с этим вязанием совсем все заброшено, все закинуто, вот, надо маленько порядок навести, гости приедут, дети приедут, должны приехать, внучки приедут, вот, поэтому, что еще хочу сказать, вот я сегодня снимаю видео, и когда я, ну, собиралась, думала, когда буду снимать, обычно, как я раньше снимала, я же тоже в прошлом году участвовала в видеомарафоне. Там обучали вот именно, как снимать видео, как говорить, что говорить, там вот этому всего. Но это был мой вообще первый опыт. Я вообще пыталась первый раз выйти. Ну, если вы захотите, вы посмотрите. У меня этот видеомарафон сохранился на моей странице здесь на YouTube. Вот, поэтому, если при желании, можно посмотреть и посмеяться. Я сама иногда захожу, смеюсь, думаю, ну вообще, как я это все снимала. Вот, ну и сейчас, как модно говорить, надо выходить из зоны комфорта. Я думаю, ну как из зоны комфорта выходить, значит, в зону некомфорта. Ну мне же здесь некомфортно, но на самом деле вот так сидеть и смотреть вот в эту камеру и говорить, разговаривать. Вот, есть девочки-рукодельницы, которые, ну, вот именно вот так вот разговаривают, да, показывают там что-то, рассказывают, ну, вот у меня как-то это в практике нет этого. Но вот и сегодня я решила все-таки это видео снять и поговорить, вот, и показать себя, так сказать, всем. Вот сегодня, кстати, подстриглась. Была обросшая уже, ну, думаю, ладно, надо перед своим днем рождения, нужно маленько навести порядок на голове, вот, сходила в парикмахерскую, подстриглась, ну, маленько подмалевалась так, чуть-чуть, вот, и решила снять это видео. Ну, в основном, то, что я хотела сказать, я сказала, наверное, и сейчас я хочу вам показать то, что я связала. И покажу вам сейчас, наверное, вот так покажу, да? Ну, во-первых, вот такое платье. Хотя нет, не то покажу. Еще расскажу. Кстати,
У меня глаза туда-сюда бегают, потому что учат говорить на камеру, вот именно в камеру смотреть, но мне хочется на себя посмотреть. Поэтому я вот туда-сюда глазами моргаю. Значит, купила я себе куклу. Кукла Паола Рейна. Наверное, многие знакомы с такими куклами. Вот, я очень много смотрела на них. Есть такие рукодельницы, которые, ну, можно сказать, помешаны на них. У них там прям коллекция этих кукол. Я себе купила одну, больше я брать себе их не буду, конечно. Но буду, вот, может быть, какие-то мастер-классы создавать, одежду на этих кукол. Вот сейчас я вам ее покажу. Я уже, правда, связала платье на нее, и не одно. Вот такая вот куколка, смотрите. Вот такая куколка. Не знаю, как будут волосы эти. Я все время боюсь такие волосики, что вдруг заплетутся или там... Ну, сказали, что они вроде как расчесываются, все, не знаю. Но они прям там как бы вшиты туда, эти волосики. Вот, ну, вот такая куколка. Вот такое платье я и связала. Здесь вот сзади она завязывается, так вот ленточка. И вот такой вот бантик здесь привязан пределом. Ну, я его так маленько туда приклеила, прям, чтобы он не болтался туда-сюда. Она у меня еще босиком. Она приходит вот просто вот в таких вот трусиках. Голенькая, в таких трусиках только. Вот, и, ну, это я вот просто на работу, когда приходишь, у нас такая работа, что позволяет чем-нибудь заниматься, поэтому я так просто сидеть скучно, и я беру ниточки, и, ну, что-то надо повязать все равно, потому что я не могу просто так вот сидеть и целыми днями то посидеть в телефоне, все равно мне на что-то надо повязать. Вот, и связала я вот это вот платье. Вот, поэтому, если кому-то интересны будут, может, у кого-то есть такие уже куколки, то есть подписывайтесь на мой канал, на колокольчик нажимайте, и вам будут приходить уведомления, что выходит там какое-то видео у меня новое. И я буду снимать наряды для этих кукол. Но это тоже, я не отказываюсь от вязания своих там кукол, там зайчиков и таких прочих всяких разных игрушек, но и еще буду дополнительно вязать вот такие вот всякие различные наряды на вот таких кукол, типа этих кукол. Они еще, наверное, как-то по-другому есть, куколки называются. Ну, у меня вот такая будет моделька, вот, и я буду на нее вязать. Вот, вот такая вот куколка. И, а первое платье, это у меня уже второе платье я связала, но я не буду его снимать, показывать. То есть там они у меня на пуговицах, здесь как бы все снимается платье. Вот. А первое это платье я связала вот такое. Вот это у меня первое платьишко. То есть здесь тоже так же вот ленточка завязывается на пуговицах. И по этому платью я сделала мастер-класс. Вот, мастер-класс платный. Он совсем недорогой. Все, я ссылочку сделаю под этим видео. Можете зайти посмотреть. Вот. И если у кого есть желание, можете приобрести его. Но это платье, что я хочу сказать. Оно, в принципе, можно и на другую куколку на какую-то одеть. Даже не обязательно на куколку, а можно на какую-то игрушку. И зайчиков вяжут, и различных вот зверушек вяжут, таких небольших. И можно на любую зверушку одеть такое платьице, допустим. Вот. Так что вот такими делами я занималась. Это уже вот в новом году. Это мимо вот этого инстаграма и всего прочего. То есть вот такое платьишко я связала. Ну, на это платье у меня никакого мастер-класса нету, это я просто вязала вот, вот что в голову прило, потихоньку сидела, вязала, ну вот что-то вот такое связала, не знаю как. Нравится кому, не нравится, пишите в комментариях, задавайте мне вопросы. Я обязательно отвечу на них, и, скорее всего, я все-таки начну делать прямые эфиры
И вот вы мне напишите мне в комментариях, будете ли вы смотреть мои прямые эфиры, будете ли вы заходить и будете какие-то ли вопросы задавать. Может быть, что-то вас уже интересует, можете вот даже сейчас какие-то вопросы мне задать вот в этом, под этим видео. И я уже, когда начну вести прямой эфир, у меня уже будут готовы вопросы, я уже начну на них отвечать. Скорее всего, да, давайте вот так договоримся с вами, что вы будете задавать мне уже вопросы вот под этим видео. И я, мне может быть тогда, ну, как сказать, больше такой порыв, что ли, будет, и я все-таки решусь выйти на прямой эфир. Вот, ну и все. Так, я уже выключила видео, выключила уже камеру и вспомнила, что я вам еще что-то не показала. Когда я показывала вам эту куколку, говорила, что она у меня босиком, надо что-то ей будет придумать. И сегодня заходила в магазин, ну, там знакомые, мы тут все знакомые живем в маленьком населенном пункте. Вот, и она мне показала, сейчас покажу вам. И она мне показала, тебе вот такое надо? Конечно, надо. О, это же какая красота! Это же сколько я сделаю обуви! И мне как раз думаю, ну из чего же сделать? Вязать? Думаю, вот такой вот куколки, вот на такие масюхонькие ножки. Думаю, вязать какие-то там туфельки маленькие. Ну, сложно, конечно, но я и связала бы, может, и свяжу еще. Но дело-то в том, что я хотела связать, сделать какие-нибудь, ну, ботиночки там или какие-то туфельки такие вот из чего-то, не знаю из чего, ну, я представляю из чего, но я как-то делала на своих вязаных куколок и сделала, но маловаты они мне у меня получились, и я так их забросила, но такой небольшой, так сказать, первый у меня опыт уже был. Вот, и когда я сегодня вот эту красоту увидела, ну, это, скорее всего, в мебельных магазинах они вот висят, люди там выбирают, наверное, обивку мебели, я так думаю. Вот. И я как-то уже где-то у кого-то встречала, что вот из таких этих вот образцов делают куклам обувь. Ну, где-то я на Ютубе это видела. Вот, но я тоже так думаю, я бы тоже такую хотела иметь. И вот, короче, я теперь это имею. И теперь мне я сделаю различную обувь. И, скорее всего, может быть, я какой-то мастер-класс на подобие проведу. Ну, мастер-класс, не мастер-класс, но буду я когда делать, я это сниму на видео. Чтобы вот на эту куколку сделаем какие-нибудь обуточки. Вот. Так что вот это я хотела вам сказать. Ну и все. А теперь мы будем прощаться с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте пальчики вверх. Если вам понравился фильм, я знаю, что вам понравилось мое видео, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Вот, и все, до новых встреч. Всем пока-пока-пока.